со страхом ни в коем случае не надо от него бежать. То есть все, что вы хотите разрешить, с этим нужно иметь дело. Не отворачиваться, не сбегать, а наоборот в это заходить. Если вы чувствуете неуверенность, то вам нужно заходить в эту неуверенность, смотреть, почему вы не уверены, что не уверены, больше говорить об этом, то есть больше смотреть, например, ой, я боюсь, что меня там не примут на работу. Хорошо, вы пошли на одну работу, вас не приняли, вы пошли на другую работу, не приняли. Потом вы понимаете, что вы уже начинаете не так бояться, примут, не примут, что скажут, вы более адаптированы. То есть адаптированность – это своего рода, вы обрастаете такой кожей, кожей защищенности, кожей адаптированности, да, вы можете уже спокойно воспринимать. Ведь смотрите, человек успешный – это тот, кто не боится неуспеха, тот, кто способен прожить поражение, не одно, может быть, несколько. То есть если мы подведем формулу, чтобы обнаружить силу, нужно идти в свое бессилие. Чтобы обнаружить уверенность, нужно идти в свою неуверенность. Да? Чтобы разобраться со страхом, то есть обнаружить мужество, нужно идти в этот страх. И мы обязательно эту ситуацию разберем.